Всем привет! Мы начинаем новый день. И сегодня мы едем в зоопарк. Арктический зоопарк. Мы сидим в автобусе и скоро поедем. Ехать целый час. Привет. 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 Когда доехали, все расцвело, видно дороги, и вот он, зоопарк находится в такой лесистой местности. Идем в зоопарк, пойдем. На ручки. Мася всю дорогу проспала, и сейчас ей хочется на ручки. Ну пойдем до зоопарка, я тебе донесу сюда на ручку, хорошо? Вход в зоопарк, вот такой вот, такие красивые светящиеся ворота, и вот написано, что это зоопарк, арктический зоопарк Лапландии, самый северный зоопарк. Вон, пошли быстрее, пока еще народ не приехал. Идем покупать билеты. А? Да, он вовремя, молодец. О, Амалия, вот сейчас мы всем покажем, как ты на ручках. У мамы на ручках бежим. Иди сфотографируй с ними. Согреется. Будем сейчас. Где карта? У меня. А здесь по дороге этого больше нет. Good morning. Okay. When you come back, we will show the photo and if you like it. Okay. И мы идем по лесу. Какие домики. И в лесу мы находимся в настоящем заснеженном финском лесу. Круто, да? Ага. Красиво. Блин. Сейчас вода посогреет. Надо быстро. Еще быстренько его прибегать. Холодно, надо же быстро ходить. Ага. Это будет маленький. То быстро все пробегут. Да, все быстро все пробегут. Кто здесь гуляет? Да, туда нужно зайти. Единое животное. Может. Она повернулась. Она повернулась. Да, я крепко заснула. Ага. Пошли дальше. Идем дальше. А здесь они, наверное, выходят. О, вон, выпадает. Ой, у них выход прямо под воду. Здесь нету выхода. Ага. У них труба идет прямо под воду. Она спит, да, когда просыпается, они здесь вот вон, гуляют. Гуляют и купаются вон в той водичке. Он там булькает. Это. Ага. Я думаю, я не увидела, я подумала. А там есть дырка, если мы видели, труба идет прямо сюда. Здесь я она не бегает. Не было видно. Здесь у нас бобры живут. Мальчик и девочка. Наверное. Он там что-то кушает, этот бобер. Вон сколько они здесь. Вон, да, что он там кушает? Морковку кушает, вон. Еще овощи. Ну там нет овощи. Да, он сейчас там жует чего-то.
Для них это немного сильно. Он будет вот это сел. Ну да, поэтому. А он там еще кусок где? Ой. Ой, не его. Я кинесто тебе. Что он делает? У нее целая во рту была целая гора этих. Он сделал сено. Они вон это он грызут, он должен грызть. Да. Деревья, иначе у него будут сильно большие зубы. Угу. Вот, смотрите, если полено у него там сгрызло. Да. Здорово. Но зубы растут все время. Если он не будет вот такие вот грызть, вот так вот, у него будут вот такие вот зубы. Здесь маленький хорек прячется. Привет, хорек. Все прочитала? Сейчас мы должны увидеть белую сову. Хотим посмотреть. Да, Маля? Пойдем. На улице мы сделали скворечник. А, она и сейчас здесь не находится. Ох, скворечник. Ага. Погоди, они шапки. Ладно, пойдем смотрим. Птицы, которые здесь живут постоянно. Вон они, да? Вон сова. Белая сова. Она повернет к нам голову. О, повернула к нам голову. Она на тебя смотрит. Да, а вон есть еще вторая. А тебя вторую снимай. Снимай, вон она тоже головой крутит. Привет, сова. А вон вороны летают. Или сороки. Сороки летают сверху. На севере живут, да, в тундрах. Ага. Ага. А здесь что? Понятно. Да. А там волки воют. И слышишь, волки воют. Ну, послушай. Прекратили. О, послушай. Видны все птицы, которых мы только что видели. О, они три штуки сидят. Холодный лес, заснеженные деревья, красота. Да, ребятки, красиво.
Амаль, смотри, какой белый медведь, да? Хочешь залезть на него? Молодец, какая здорово. Сейчас я сфотографирую.